Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Черепашки, ниндзя-легенды», и у нас ежедневные награды, мы с вами их, естественно, забираем. Так, $70, да, и 15 монет. Хорошо. Так, забегаем сразу же с вами в магазин и посмотрим колодочку. Так, мутаген, это все понятно. Так, Крис Брэдфорд, но он у меня полностью прокачан. Так что, ребята, давайте заберем реворд и пойдем искать ДНК. Да, ДНК на своих героев. Кстати, мне говорили про морозильную кошку, что я ее, по-моему, по рангу не поднял. Давайте-ка мы, ребята, в этом лично с вами убедимся. Ребят, вы что-то путаете. Как понять, я ее не поднял по рангу? Вы же сами прекрасно видите, что все с ней отлично, все хорошо. Не знаю, с чего вы взяли. Может быть, вы кого-то другого попутали. Но кошка у меня проапана. По крайней мере, на 5, на 4 звезды золотые. Все у нее отлично, да. Так, поднять ранг вот только Рафаэлю Космос, но у нас, по-моему, ребята, нехватка, да, именно с сюрикенами нужно 5000, а у меня всего лишь 3125. Так что пока мы, ребят, потерпим. Так, у нас на Криса Брэдфорда, я помню, выпало двойное ДНК, давайте, наверное, с вами быстренько ее обменяем, 35 всего лишь штучек, да. Ну что же, а мы с вами продолжаем, начнем, пожалуй, мы, да, мы хотели ДНК найти, я уже... На турнир рвануть собираюсь. Нет, подождите, у нас же Микеланджело, конечно же, которого мы с вами хотим прапать. Так, одно ДНК нам выпадает с лету. Это уже радует. Второе ДНК, шикарно. Так, уже неплохой, ребята, шанс. Ну, две удачные попытки из трех, я считаю, что это классно. Так, мы с вами на Микеланджело все нашли. Теперь давайте искать на нашего Бибопа. Так, поехали. Ага, ДНК сразу же с лету, отлично. Давай второе, пожалуйста. Вот вам и пожалуйста. Хотели, получили. И, как всегда, да, 140 мутагена просто дали нам. Как и с историей про Микеланджело. И давайте теперь уже перемещаться ниже. У нас кто? У нас морозильная кошка, да, которую мы с вами можем, по-моему, дальше апать. Точнее, искать ДНК на нее. И также не забываем, что у нас Бакстер Стокман тоже ожидает своей участи. Смотрите-ка, морозильная кошка выпадает вообще идеально. Ага, здесь так же самое. В конце дают чисто мутаген. Ну что же, где у нас Бакстер Муха? Где у нас Бакстер Муха? Покажись, пожалуйста, вот он. У него 51, ребята, ДНК. Так что давайте потратимся с вами здесь по полной программе, да? Раз. Так, второе, ребята, ДНК. Ну-ка. Угу. Здесь даже и мутагена дали меньше. И последняя, ребят, попытка. Все, отлично. Мы, кстати, можем Бакстера Муху прокачать вообще очень быстро, потому что на него очень много попыток дается. Так, и забираем с вами наш реворд. Так, поднять уровень персонажа. У меня сколько там? 11 тысяч мутагена. Кого мы будем с вами поднимать? Можно, в принципе, Паукуса прокачать. Эйприл я не смогу. Подожди, а Паукуса я разве могу? Ну-ка, посмотрим, ребят. Да, я могу. Всего лишь 2 левела ему поднял, и все, на этом сказали. Парень, отдохни, успокойся. Ладно, хорошо, я не буду сопротивляться. И давайте пройдем, наверное, быстренько, буквально за секундочки с вами серию испытаний. Так, раз, два, три. Возьмем, наверное, Бакстера Стокмана. И, да ладно, пускай будет Крис Брэдфорд, хорошо. Давайте сейчас быстренько это пройдем, реворд весь соберем и уже пойдем с вами на лигу. Я не знаю, сегодня у нас Усаги будет доступен или нет, в плане того, чтобы бомбить на него ДНК. Мне бы, конечно, очень сильно хотелось бы. Вы знаете прекрасно, что он мне нравится. Этот персонаж довольно-таки неплохой, мощный, и причем у него скиллы довольно-таки забавные. Очень хорошо нам помогает в этих боевках. Так, ты успокойся мне, Ванюша, пожалуйста, не надо тут буянить, а? Угомонись. Нет, сопротивляется. Давайте, ребят, поставим на себя защиту, потому что на следующем раунде будет довольно сильный противник, так что нам нужно быть под защитой. Угу, а вот они, да? Крысиный король, короче, змея Карай и сам Крип. А вертушка сможет добить? Ну, Лео. Так, ну, в принципе, ребят, неплохо. Пробиваем короля и добиваем Крипа. Опа, опа, пули. Во, железная голова не подвел. Отлично, ребят, мы с вами продвигаемся дальше. Тут все мы сделали. Реворд сейчас мы с вами заберем. И, а по-моему, там будет последний, да, это у нас задание, если не ошибаюсь. Да, ребят, последнее было задание. Мы все с вами это получаем. И, так, и подожди-ка секунду.
Подожди-ка секунду, у нас на Рафаэля, да? На Рафаэля выпало, так что давайте, наверное, быстренько обменяем. Блин, сюрикены мне нужны как никогда, но, ребят, с ними очень сложно. Кстати, вот здесь тоже можно поменять. 35 сюриков. Везде, где стоит троечка, ребята, это означает, что у него есть сюрикен. Точнее, есть лишняя ДНК, которую можно поменять на сюрикен. Все, по-моему, больше ничего нету. Так, ну что, ежедневные задания. Кстати, это я сделаю за кадром, ребят. Набью себе вот эти вот порталы. Давайте посмотрим. Ох, вот, ребята, Усаги против хитрости, наконец-то. Ну, давайте посмотрим. Главное, чтобы мне дали нормальных персонажей. Да ладно, вы издеваетесь. Ну почему такая несправедливость? Я так надеялся сегодня понабить ДНК на Усаги, и мне дают каких-то липовых героев, а? Ну ё-моё, у меня только Крис Брэдфорд здесь может что-то из себя представлять, какую-то опасность, по крайней мере, для именно самого Усаги, а остальные, ну, вата. Вата, ребята. Начнем с массовых атак, конечно же. Это первый, ребята, раунд, поэтому не обольщайтесь, что все так легко и просто. Далеко не просто здесь все будет. Так, ну-ка, Ванюша, давай-ка. Ага, хотя бы так. Сейчас, естественно, ребята, он будет лютовать. Естественно, будет лютовать. Но он ватный пока еще, поэтому ничего у него не выходит. Давай пробьем его, в конце концов. Все, ребят, в любом случае, 2 ДНК я на него получу. Потом, если что, мы еще попробуем с вами пофармить этот этап. Если следующий мы не пройдем с вами на 3 звезды, я буду фармить именно этот. Так, 2 ДНК на Усаги. Хорошо, отлично. Давайте, ребята, следующий этап. Тут уже 50 уровень. Я боюсь, конечно, давай уберем его. Давай уберем Армагона здесь и попробуем без него. Надеюсь, мы здесь с вами потянем. Хотя Усаги будет здесь жестким чуваком. Оп, хоп, хоп. Так, и кто-то минус, да? Нет, не минус, но двоим он припадал жару. Да хорош, грибы, вы меня бесите. Вот серьезно говорю, эти грибы вот бесявые. И самое плохое, что, ребята, у нас здесь нет с вами хиллера, ни одного. Единственное, что Крис может нам помочь вот в этом плане. Поставить, естественно, для себя дополнительную защиту и на всех остальных. А этот лютует, естественно, ребят. Вот этот мощный удар, как же он меня раздражает. Мне нужно пройти без потери. Без потери ни одного бойца я не имею права потерять здесь. Да что ж ты будешь делать? У него такая инициатива офигенная. Сейчас он еще и контратаку на себя повесит, да? Нет, просто защиту. Хорошо. Давай поцелуй смерти сделаем. Ага, все, мы ему понизили атаку, ребята. Пробивной от Криса. Ну ладно, хорошо, годится. Годится. У него, естественно, ребят, двойная атака. Он еще и заблокировал нам способности у Ваньки Стиранка. Так. Раз. Два. Понятно. Давай, поехали. Добьем. Да чтоб тебя, Крис. Ой, по-моему, сейчас, ребята, мы можем... Нет. Фух. Карайка у меня выжила. Но, тем не менее, ребят, мы прошли с вами на 3 звезды. Это очень хорошо. Значит, и этот уровень мы с вами можем пофармить при желании. Так, еще 2 ДНК. Отлично. Вот здесь уже, конечно, все. Это, ребят, трындец будет полнейший. Я даже не знаю. Ну, одним... Ой, не знаю. Давай попробуем, короче, ребят. Нам тут главное пройти. Если мы пройдем, даже пускай не на 3 звезды, мы хотя бы получим с вами 3 ДНК на Усаги. Сейчас по Ваньке звезданет, стопудово. Ох, ёкламене, вот это он мощно нас приголубил, ребята. Вот я вам серьезно говорю. Ванюша, по-моему, тебе каёк сейчас будет. Я поставлю, конечно, дополнительную защиту, но вряд ли она здесь что там будет решать, если честно. Оу! Как печально, ребята, здесь на самом деле все. Еще лучше. Да, Ванька, по-моему, тебе хана сейчас будет. Ты даже не успеешь воспользоваться своей суператакой. Твою же маковку. Слушай, ну Крис здесь один вряд ли, ребята, справится. Ну, сами понимаете, почему. У него двойная атака, он сейчас будет бомбить по-жесткому. Хоть и грибы промахиваются. Так, пошла очередная атака. Тыч. Да, отнимает все-таки, ребят, здоровье. Естественно, с такой инициативой сейчас он еще контратаку повесит, хоть на один гриб, но полюбасику повесит. Двойную атаку еще. Да ладно, вы серьезно, что ли? Пробили, хотя бы один гриб мы с вами уничтожили. Слушай, ну это... Слушай, есть вариант, знаете какой? Взять полностью себе команду, не имеет значения, что мы здесь с вами сфейлимся, да? Но попробовать все-таки их запинать как-то. Хоть каким-то образом. Но это не вариант. Ну это жесть какая-то просто-напросто, ребят. Ну... Черт бы его побрал, а. Ладно, хорошо, я возьму в полном составе. Кстати, можно взять Бакстера вместо Армагона. Я единственное боюсь, что он его быстро просто зачекрыжит. Как думаете?
Ладно, попробуем. У Армагона нет хилок, да? Ну, а у Бакстромухи есть. Ну, я не знаю, насколько долго он здесь может выжить. Так, опять этот супер удар, ребята, что вешает защиту дополнительную, да? И контратаку на грибы. Угу. Нам, естественно, ребята, здесь в первую очередь надо... Твою маковку, я вообще-то хотел, ребята, сделать, знаете что? Вообще-то хотел поставить защиту на себя от Криса Брэдфорда. Сейчас, смотри, сейчас полоснет по всем, да? Это массовый ведь удар. Тейнс, Бакстер Муха отдуплился, даже и пикнуть не успел, ребят. Контратака сейчас будет. Угу. Вторая. Сейчас еще этот гриб выеживаться начнет. Блин, неужели, ребята, мне не судьба сегодня пофармить? Да! Ладно, с одним грибом мы разделались. Человек-гриб, ё-моё, а. Ты посмотри, как у него инициатива накапливается. Это же просто, ребята, жесть какая-то. Что я делаю? Что я делаю? Зачем мне эта защита сейчас нужна? Я не представляю, она меня здесь не спасет, ребят. Нет, нет, конечно, она меня здесь никаким образом вообще не выручит. И суператаку я свою профукал, продинамил. И гриб, причем тоже, ребята, довольно быстро накапливает себе инициативу. Ну, ага, почти, ребят, почти. Где-то около того, да? Гриб, ты сейчас довыеживайся. Сейчас опять у Саги ходит. Нет, ребят, это мощный удар, я вряд ли выживу здесь. Выжил, но постепенный урон меня убьет, скорее всего. Да. Нет, ребята, хоть ты тресни, у меня не получится здесь пройти. Меня это очень сильно напрягает, очень сильно раздражает. Ну что, давайте пробовать хотя бы, ну вот здесь вот. Подожди, нет, не таким образом. Просто вот так вот будем. $2, спасибо вам большое, $2. Ай, приманка для маузеров. Зачем мне это все? 2 золотых осколка. Да ладно, ну... Да какая фигурка единорога, ну... О чем вы? Блин, ну ладно, Леонардо оригинальный, хотя бы так. Да какой бибоп кролик, дайте мне... Все, ребята, нет. Да, все, я не смогу, ребята, сделать больше. Блин. Но до конца недели в любом случае я попытаюсь пофармить как можно больше этот уровень. И вытянуть все-таки, вытянуть вот эти вот две и вот эти вот две ДНК на Усаги. Черт подери. А вообще, в общей сложности, ребят, давайте посмотрим, сколько у нас... ДНК накопилось уже в данный вот момент. Именно на Усаге 51 ДНК. То есть надо еще... Сколько тут получается? 29, да? 29 ДНК. Слушай, ну это немало и немного в принципе. Если бы мы с вами, предположим, еще 4 ДНК нашли бы, да, это бы было бы 55. Ладно. Я ничего, ребят, с этим не могу поделать. Кстати, по вашим голосам, я не знаю, вот серьезно говорю, мне хочется проапать персонажа. Вот, например, многие говорят, что Рокзар хорош в платине. Я, честно говоря, пока не понимаю, чем же он хорош в платине. Вот Бакстер Стокман со своими двумя массовыми атаками, да, Зек еще куда не шло, да, потому что у него есть бомбочка и все там подобное. Ну, Ванька Стиранка тоже, у него есть две мощные атаки, но он по уровню слабоват. Вот, кто еще? Донни. Донни тоже, кстати, можно было бы поднять в платиновый ранг. Но давайте мы будем смотреть, как говорится, честно в глаза. Мы с вами поднимем вначале Рафаэля, да, в серебряный ранг. А к этому времени, может быть, мы все-таки накопим с вами ДНК на Микеланджело и попробуем его проапать. Многие говорят, что Майки просто в платине отжигает со своим танцполом. Будем надеяться, ребят, будем надеяться. Ну, а сейчас мы с вами переходим, естественно, на турнирную арену, где мы с вами висим в самурае. 3 звезды, ранг у меня 59, соответственно, мы с вами будем продвигаться туда выше. И, кстати, дают мне довольно неплохих персонажей, смотрите, 43, 46, плюс еще здесь даже 3 звезды и бронза. А вот тут еще даже лучше, да, ребят, давайте, наверное, вот с этим вот Фабио подеремся. Возьмем, наверное, будем начинать где-то с 40-х уровней, да, этих персонажей будем с вами реализовывать. А это начинается у нас именно с Бибопа, Морозильная Кошка, Мандагекка и... да, и Пиццелицей. Надеюсь, ребята, все пойдет у нас как надо, без косячков, без задоринок, все, что как мы любим, ребята. Поехали! Хопа! Шик и блеск, по-другому это не сказать, согласитесь. Все отлично, ребята, у нас полный бонус. Карманы трещат по швам, и мы с вами поднимаемся выше. Так, насколько выше, только не знаю. В Сёгун в любом случае нам нужно до конца недели как-то пробиться. И желательно в 3 звезды, но это будет очень сложно. Так, поехали далее. Здесь мы возьмем, конечно же, наверное, вот, Сашку возьмем. Санек, здорово. Надеюсь, ты не обидишься, если я тебя немножко тут помучаю. Так, давай вот этих вот ребят возьмем.
Шредер хоть в каком-то веке, ребята, у нас тут отыграет Донателло, Леонардо, в общем, все как полагается. Мне бы, конечно, хотелось бы получить, ребята, как можно больше сюрикенов, для того, чтобы мы могли с вами Рафаэля Космос поднять по рангу. Он уже там давным-давно засиделся, и это будет первая черепашка, которая перейдет у меня в серебряный ранг из истории Космос. Черепашки в космосе, да? Смотрим, ребята, какая позиция. 37-я, слишком медленно мы с вами поднимаемся, если честно, очень медленно. Так, давай возьмем, наверное, Джимми. Будем сейчас с ним тут немножко баловать. Так, раз, два, три, четыре. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы разобрать. Хотя, мне кажется, при Леонардо, при его суператаке, можно брать и 30-е уровни, причем не боясь того, что нас тут кто-то сможет разобрать или причинить нам вред. Ну, вы смотрите. А, нет, смотри-ка, Шредер выжил. Даже суператаку включил свою. Да, если бы здесь были 30-е уровни, я боюсь, кто-то упал бы. Ну что же, тем не менее, мы с вами получаем бонус в полном объеме и передвигаемся дальше. Мы сегодня вообще в Сёгун зайдем или нет, а? Кто мне скажет? Будем мы сегодня в Сёгуне, или я всех своих персонажей потрачу? 21-я только позиция. Это как минимум, ребята, два боя еще, как минимум. Так, ладно, мы сделаем с вами по-хитрому. Берем самого максимального, это Хен. И берем против него, так, 49-й уровень. Тут уже щекотливая довольно ситуация. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что справятся вот эти персонажи мои. Хотя у него два полтинничка есть. Но если Леонардо сделает свой супер удар как надо, как полагается, то все будет тип-топ. Главное, чтобы Леонардо вражеский упал. И он падает. Так, Микеланджело, давай не подведи меня, родной. Ну, хотя бы атаку снизил. Ладно, давай я, наверное, пробью Бакстера. Ха-ха. И Кунаичи добьешь? Должна ты добить. Молодца. Все, шик и блеск, ребята. Продвигаемся с вами дальше. Я взял максимального персонажа по кубкам, поэтому давайте посмотрим, сколько нам начислят здесь. 21-я была, и вот. Вот, это совсем уже другой разговор. Давайте тогда также, наверное, повторим. И это будет у нас Азиз или Фабио. Я думаю, что это будет у нас, наверное, все-таки Азиз. Да, давайте начнем с него. Я не знаю, может быть, нам пока не трогать. А нет, скорее всего, придется, потому что здесь слабенькие еще ребята у меня. Один полтишок только имеет Бакстер Муха. Остальные все 45 уровня. Против 52-х и 51-х это будет не вариант. Ну что, Азиз, давай посмотрим, насколько ты крепок. Я вижу, у тебя есть хиллер Донателло, да? Ну-ка, его уже у тебя больше нету, так что не волнуйся. Плевок. Блин, Бакстер, как вот ты слабак вот в плане плевков своих. Совсем не прокачано, ребята, у него скилл этот. Ну-ка, по донику. Донателло, да, влюблен у нас в Эйприл. Ну, да ладно тебе. Ты издеваешься, что ли, надо мной? На тогда, пропишу тебе с вертушки. На-ка. Все, ребята, он валяется. Ну что же, отлично опять. А вот теперь можно, наверное, попробовать сыграть без Леонардо. Потому что у нас идут полтинечки. Ну, посмотрим, кого нам сейчас дадут. Во-первых, я вас поздравляю, что мы с вами добрались все-таки до Лиги Сёгунов. Одна звезда. Времени, конечно, мало до конца недели. Но, тем не менее, никуда нам не деться от этого. И возьмем, наверное, с вами Нуркана. Так, 49-й, 47-й уровни, да? Ну что, будем рисковать, ребят, без... без своих. Вот, если мы возьмем с вами, например, Микеланджело, да, и если мы также с вами возьмем Рокзара плюс Криса Брэдфорда, я думаю, что здесь будет все тип-топ у нас. Попробуем, в конце концов. Естественно, Рокзара сразу в провокацию, а этот будет сейчас первым ходить, да? Нет, мы. Наш Микеланджело, ребят, все-таки имеет лучшую инициативу по сравнению с его. Хе-хе-хей. Так, давай возьмем тогда вот так вот провокацию с вами. Ага, понижает мне защиту. Понизил, гаденыш, защиту. А мы, наоборот, ребята, возьмем так вот хитрый ход сделаем и, наоборот, ее повысим себе. Так, ну этот укрепляет свою команду, понятное дело. Микеланджело знает, что делать. А мы с вами стреляем тигриным когтем. Да, конечно, здоровье не очень много отняли. Ну-ка, надо Эйприл гасить здесь. Сейчас хильнет. Ребята, она хильнет, естественно. Как же без... Так, ты успокойся, пожалуйста. Контратака лежит на Рокстеде. Угу. Так, ну что, надо Эйприл гасить. Жалко, что без двойной атаки. Ладно, мы ее так убьем. Теперь пробивной мы будем с вами делать, наверное, по Крису Брэдфорду. Чуть-чуть не хватило нам его, ребят, добить. Так, Майки, успокойся, пожалуйста. Это ни к чему сейчас в данный момент твой выпендрешь. Давай, наверное...
Ну, уклонение нам не нужно, ребята, здесь в данный момент. Мимо? Почему мимо-то? Парнишка. Оу, тихо. Блин. Ладно, я рискую, ребята. Я рискую и попробуем его вот так добить. Так, Микеланджело минус. Давай попробуем вот так вот сделать. Я делаю, ребята, уклонение. Я не хочу, чтобы его тут заколбасили раньше времени. По кому? Ага, отлично. Промахнулся, ребята, он. Ну что, давай тогда наказывать этого хана. Классно, классно, ребята, уклонение стоит на бибопе. Так что его никто пробить не может. И Крис добивает. Слушай, неплохо, я вам скажу, тут было сыграно. В данный момент все даже отличненько. Никто не пострадал, хотя если бы без уклонения у меня бы был бы бибоп, его бы, наверное, ребята, распластали прям по асфальту, вот так вот, знаете, как жвачка на подошве. Просто его стерли бы и все. Так, ну что же, мы продвигаемся с вами дальше. И следующий будет у нас Скир. Так, вот здесь у него довольно приличные такие персонажи. И я не знаю, ребят, сможем ли мы вот здесь вот сыграть без какого-то крупняка. Крупняк у меня здесь только один. Нет, крупняков у меня много. Давайте, ребят, короче, так сделаем. Я попробую с помощью Леонардо здесь все-таки пройти. Иначе будет очень больно и жестко нам. Так, вертушечка, да? Давай с вертушки начнем. Ага, минусанули, да, двоих? Хорошо, Эйприл, тебе здесь не место. Ну-ка, Армагон, не подведи, родной. Классно сработало. Вот, кстати, Армагону надо прокачать вот именно вот этот вот, ребята, удар. Ракетный вот этот вот залп. И потом, когда мы его по рангу, если поднимем, у него будет там астероид. Надо будет тоже его прокачать. 61-я позиция. Ровно, наверное, ребята, до половины мы сегодня с вами как-то доковыляем, я думаю. Ну что, давай Аветика тогда возьмем. Аветик. И смотрим, ребят, какие у нас персонажи. Так, у меня паук с 53 уровня, да? Тут завис немножко. И надо взять... Давай вот так вот попробуем. Я боюсь, ребята, за паукуса. Он слабенький. Он слабенький. Его быстро здесь разбирают. Он слабее даже, чем Карайка. Начинаем с массовых атак. Так, ладно, хорошо, давай, паукус. Меткость, да, понизил? Ладно, хотя бы так. И, во, давай, змейковьюн, накажи их. И давай волной. Волны будет достаточно здесь. Все, шикарно. Вот что мне нравится у Бакстера Стокмана. Это именно волна и стая маузеров, которых он выпускает. Это массовые атаки, довольно мощные, если их прокачать. Так, ну что, 47-я позиция. И у нас с вами остается всего лишь один, ребята, бой. Заключительный будет. И мы возьмем с вами, наверное, Райна. Райна. Погоди, только не говори. Только не говори. Да, ребята, не хватает. Да неужели, блин, брать его? Ну ладно, фиг с ним, давай попробуем. Опасно, конечно. Короче, вся соль заключается в чем? Зэк бросает бомбочку, да? Надеюсь, за это время железная голова успевает встать в провокацию. Мне хотелось бы, чтобы он успел. Нет. А, хиляется. Ладно, хорошо, пускай хиляется. Кричим. Блин, крикнули. Вот. Вот, ребят, даже вот так вот будет лучше. Даже эффективнее будет, потому что сейчас мы кого-то положим здесь. Практически положили всех. Вибоп только у нас здесь выжил. Ну что же, ребята, вот это был у нас заключительный бой. Больше я не знаю, что нам еще здесь сделать и как нам сделать. Но позиция у нас с вами оказывается 32-я. Ну, плюс-минус 8 часов нас откинут. Там сколько, 8 или 4 часа? Блин, все-таки как же мне немножко обидно. Во-первых, вот здесь, да, мы с вами, ребята, ну никак не потянули. То есть лисичку мне не пофармим никак. Хотя шинигами мне бы тоже очень пригодилось бы. Так, а что у нас тут? Ну, тут тоже неплохие картишки, ребята. Но из-за босса, который у нас лагает вечно, мы не можем сюда дальше продвинуться. Так, давай посмотрим, что у нас вот тут, вот, ребят. Сыр, конечно же, из-за сыра у нас ни шиша ничего не получится. Блин. Тут, как говорится, либо ты фармишь, либо ты проходишь. Я, естественно, выбрал фарм. Я попытался, ребят, ничего у меня не вышло. Кстати, нужно купить порталы. У нас с вами есть, как говорится, деньги. Порталы мне здесь очень сильно нужны. Так, 139 у меня телепортов. А что у нас с вами по монетам? Давайте зайдем в магазин и глянем предметы. Монеты, сколько у меня их? 37, этого пока мало. Ребят, смотрите, скоро, вот еще совсем немножечко, и мы с вами
получим Донателло Космос. А потом уже, я не знаю, кого мы будем с вами копить. Можно было бы, наверное, на Шинигами начать копить. Ну, соточку стоит, это дорого. У меня кого нету из космоса? Рафаэль у меня есть, да? Леонардо у меня есть. Микеланджело есть. Да, у меня только Дони космоса нету. Или же копить нам на осколки. Но это очень муторно и долго. Можно Армагона, кстати, попробовать потом покопить. В общем, все это будет со временем. Так, 685. Во, ребят, 685 у нас жетонов. Да иди ты. Давай определимся. Вот, мы с вами, да. И Донателло из видения. Естественно, ребята, я приобретаю. И смотрите, ребята, еще буквально 10 ДНК, и у нас он появится в кармане. Так что это круто. А потом, кстати, можно будет, наверное, кто? Вот, вот, ребята, кто у нас еще нет, не открыт. Это именно кролики. Я не знаю, почему их назвали кролики. На самом деле это маузеры. Фух, все вроде бы. Отдышался, отыгрался. И можно, наверное, ребятушки, на этом закругляться. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже в следующей серии. Всем пока, всем удачи. До новых видосиков.